Всем привет! Это Канти Эндви. И сегодня мы смотрим на новых гостей в нашей кормушке. Около кормушки всегда шумно. С воинственным пин-пин-чер зин-зин-на проносится синица. Поскрипывают фью-фью снегири. Задорные трели выводят зеленушки. Сегодня к нам прилетели две новых птички. Знакомьтесь, это чечетка. Одела красную шапочку. Модница. Очень симпатичная. У нее красивые полосочки на спинке и боках. Это перелетная птица. Она живет в северных краях и прилетает к нам на зиму погреться. Они издают звонкий чот-чот-чот и словно каблучки стучат. Поэтому их так и назвали чечетка. Ей у нас понравилось. Это всеядная птица. Кроме насекомых, любит семена, ягоды, березовые сережки, ольховые шишечки. Обратите внимание, птицы в кормушке ведут себя по-разному. Синички стремительные и шустрые, лазоревки осторожные. Снегири на их фоне похожи на увольни. Одни птички смелые и решительные, другие боязливые. Попадаются воинственные и сердитые. А может быть, у них тоже бывает плохое настроение? Как она напугала снегиря! Это еще одна новая гость – зеленушка. Ее желто-зеленая спинка и хвост с яркой лимонной вставкой. Питаются они зерном. Их еще называют лесными канарейками. Пишите комментарии! Пока-пока!